Депутаты от «Единой России» Татьяна Одинцова, Александр Гусев, Владимир Веницкий и Олег Цуцков встретились с коллективом ДК «Полет». Рассказали о предстоящих выборах президента и обсудили строительство и ремонт социальных объектов – школ, детских садов, больниц. Также партийцы затронули тему соцгазификации. Президентская программа стартовала в июне 2021 года и стала бессрочной.